дорогие друзья, мы решили выйти не на море, так как я вчера сделала прививку, еще думаю один день поберегу себя, а решили выйти погулять с детьми. И вот хочу показать вам одну новостройку, она сейчас на этапе строительства, как вы знаете. Находится рядом аквапарк возле нас. Шикарные люксы только в этом доме. Но сейчас можно купить от миллиона. Цена потом увеличится. Поэтому, если вас интересуют шикарные апартаменты, то пишите, мы вам поможем приобрести. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Вся инфраструктура находится рядом. И аптеки, Макдональдс, Юзбир, аквапарк, два базара. Друзья, очень красивый будет дом. Очень. Только люксы внутри. Пятикомнатные. Мари говорит, что ей жарко. А я знаете, что хочу? Я так... Ой. Хочу просто так сейчас пройти, а потом на базар пройти купить фрукты. Фрукты закончились в этот раз быстро. Так, мы погуляем чуть-чуть. А ты же сказал, мы пойдем на качели. На качели зайдем, да. Как давно я не выходила сюда. Боже, я так люблю шум вот этого проспекта. Прямо это движение, жизнь, жизнь для меня. Зашли сейчас в этот магазин канцелярский. Я купила себе альбом, фломастеры, чтобы рисовать нейрографику. Взяла такой маленький альбомчик, чтобы могла его переносить, мне все было в одном месте. Посмотрите на меня. Вот так вот. Я как все хотела кушать уже. Без комментариев. Мы походили, побродили. Марине водичка. Да, водичка. Походили, побродили. Сейчас вот перейдем туда на базар. Хочу фрукты посмотреть. Купила колбасу ему вкусную. Посмотрим, что там за фрукты есть. Мы потерялись, оказывается, правда. Дайте водичку. Мои водохлебы. Вот и это базар. Большая, да какая, а то маленькая. Вот там качели. Вот бабуля. Вы чуть-чуть темно, вы скажете, почему? Бабуля, потому. Наверное, люди такие. Я сейчас кричу. Наверное, люди такие, что приделали. Подожди, такие, что приделали. Всем пока-пока. Пока! Как будто ты маленький. Как будто дом. Пошли, вот папуля. Мы идем на базар. Вот и сам базар. Сейчас пойдем с детками посмотрим, что почем. Друзья мои, мы пришли домой, как раз
Смотрите на эту хулиганку. Садись, упадешь сейчас. Помыла детям фрукты, подогрела хачапури еще. Сейчас они это покушают и пойдут отдыхать. Куда денетесь, да? Да. А с кем я проснула? Посмотрите, какой красивый у меня мальчик. Бабуля его подстригла. А почему? У нас для вас новость, но о ней мы расскажем вам в следующем видео. Поставьте 10 тысяч лайков, и это ролик мы расскажем. Куда мы едем? Да. Ставьте лайки, 10 тысяч. И мы расскажем, куда поедем. Как хорошо у него получилось. Лучше 105. Давай, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Последние деньки у бабули. Скоро уедут мои внучата. Два ночи уедем. Да, две ночи осталось, и мы уедем. А моя дочечка, внучечка спит. Посмотрите на Деми. Ой, боже мой. Наш папа, дедушка Эндер опять ушел, и дети бесятся. Ой, бабуля, больно, не надо на полу. Ирмочка. Я вот так сплю. А вот так смотрите. Спит смотрите она, да. На меня. Ну хорошо, дайте я расскажу, смотрите, поговорю со зрителями. Лучше посмотрите на меня. Да, молодец, все. Всем доброго вечера. Скоро пойду укладывать своих деток и решила с вами поговорить, продолжить, да? Друзья мои, как я вам уже и говорила, нам надо вести детей, да? И вдруг раньше заинтриговала вас информацией, что что-то получается даже не так, как я думала и рассчитывала. Дело в том, что мы отвезем детей, но мы их отвезем не в Батуми. А наши дети продолжают путешествие. А куда они продолжат путешествие, мы уже расскажем вам в другом видео. Так что вы ставьте лайки и пишите комментарии побольше, и вы узнаете. А сейчас чем я занимаюсь? Мне нужно быстренько все подготовить за два вечера. Завтра один день, и послезавтра, 13-го, мы должны выехать. Ну, сами понимаете, сколько у меня забот. Самое главное, нужно сделать маникюры моим внучкам. Мари уже отключается. Я не отключаю, не смотрю. Спадки хочет Мари. Эти полны энергии. Близнецы. А посмотрите на меня. Нет, сайту не надо ночью здесь. Нет, бабуля, нет. Нет. Кроме сальто, травм нам не нужно. Нет. Смотрите на меня. Почему, когда ты на Ивочку показал? Танцуй. Хочу замесить быстренько тесто на кухне, чтобы в дорогу напечь хачапури. Вот я уже приготовила, друзья мои, муку. Положила дрожжи. Положила сахарок, соль, перемешала это все. Сейчас буду разводить теплой водичкой. И надо замешивать тесто. Потом положу ее, когда оно поднимется. Расфасую пока пакетиком. И завтра, послезавтра буду выпекать перед дорогой. Дорога предстоит нам длинная. Действительно, сюрприз для детей и для меня. Мы тоже поедем. Даже тут, о чем я мечтала в своей карте желаний, и мечты сбываются. Вот я вам говорю, визуализируйте, мечтайте, все ваши мечты сбудутся. Это однозначно. Я сама в шоке от того, что произошло. Не могла раньше говорить вам об этом, потому что было все пока еще не решено. Но сегодня точно уже решается. Мы покупаем билеты и едем. Ну, а куда мы поедем? Пускай это будет небольшая интрига, и вы ждите следующего видео. Если будет возможность, у нас будет небольшое путешествие, и, наверное, я не смогу выкладывать видео. Отдохну от всего, развеюсь, наберу сил, и возвратимся, и буду усиленно работать, займусь собой, приведу себя в порядок,
приведу дом в порядок и продолжим со Шкылом нашу жизнь, счастливую жизнь. Так что, друзья мои, конечно, у меня сейчас слезы в глазах, когда я говорю об этом. Даже Маре говорю, что я сегодня с тобой лягу. А завтра с другими лягу, детками буду спать. Да, я привыкла к ним, чего-то мне будет не хватать. Но жизнь такова, что дети уезжают, у них своя жизнь, а мы остаемся. Поэтому говорю, думайте о себе, о своей второй половинке, чтобы вам было кому принести стакан воды подать, поухаживать за вами. Вот такие вот дела, дорогие мои. Любите себя в первую очередь и будьте счастливы и любимы, в каком бы вы ни были возрасте. Любви все возрасты покорны. А, и чувствую я себя после прививки отлично. Теперь мне везде зеленый свет. Нет никаких проблем в передвижении. Как-то так. Всем вам хорошего. Спокойной ночи, сладких снов. А я пошла заниматься своими внучатами. Завтра буду все перестирывать, переглаживать, складывать сумочки, чемоданчики. И путь. Ну, завтра, конечно, еще поснимаю вам это, пока я не могу же без вас. Все, пока-пока. Спокойной ночи. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.